Доброе утро! С вами стилист и имиджмейкер Валентина Казак. И сегодня я расскажу, с чем носить кейп этой зимой. Для такой верхней одежды, как кейп, стоит выбирать очень спокойную, лаконичную, базовую основу. Мы начали создавать наш образ на основе актуальных в этом сезоне брюк силуэта Slim Fit. Они имеют легкий металлизированный блеск. Такие брюки стоит выбирать девушкам со стройной пропорциональной фигурой, а дамам с пышными формами я бы не рекомендовала такой фасон, так как он может слегка визуально увеличить их силуэт. К обтягивающим вещам я рекомендую выбирать слегка объемный удлиненный верх. К темно-зеленым брюкам мы добавили гольф фиолетового цвета. Такой оттенок подойдет любому типу внешности. Главное помнить о том, что макияж в таком случае должен быть достаточно выразительным. В получившейся базе мы добавили еще одну вещь, без которой невозможно носить кейп зимой. Это стеганая куртка горчичного цвета. Такая вещь достаточно универсальна, ведь ее вы можете носить и без других дополнительных элементов гардероба. Лучше всего куртка такого оттенка будет сочетаться с кейпом глубокого зеленого цвета.